Всем привет, и сегодня у нас 8 февраля. Сегодня у нас произошло на 9 сервере теракт на больницу Лас-Вентурас. Сейчас всяким способом те, кто проводит теракт, пытаются собрать себе больше народа. Я бы, конечно, зашел туда, так как ты шериф, не буду заходить. Тут почти пол нашего ПД, мы перекрыли входы-выезды, ФБР пытаются освободить и ведут переговоры. Мы не пускаем РМ сейчас. Вот. Это настоящая ПД поведения. Я не жизнь, его неожиданно убили, и плюс еще с ГМ-20. Ну ладно, чё, таких много. Криминально. Снова кто-то стреляет, снова кто-то что-то хочет добиться, попасть. Оп-оп-оп-оп, откуда? Стреляет, надо узнать. Что делают байкеры? 195, да? Ладно, мы зайдем, зайдем. И посмотрим, что там происходит. Оп-оп, тут народу-то много. Оп, все, это что начал стрелять? А, это оказывается байкеры были сразу. А, это у нас это скалета. Вроде он был в груди, как мне известно. Ну, уже медик. Сейчас мы сорвали маску, он должен снять клист. Это у нас. Многие любят офиса, но что тут уже подделать? Что ж, больница Лас-Вентурас освобождена. Сегодня 8 февраля. С вами был я, Каха. До скорого.